15 августа. Мужчина, какой вы брутальный. Мужчина, ну просто хрен нереальный. С юморком отнесемся к сегодняшнему. К сегодняшнему прогулку. Говорю плохо. Лицо как у алкаша. Из этого юморка мы слепим полезную передачу, видос. И шапка Левис. И майка. И Apple Watch. И Adidas. Штаны. И все равно не то. Ну не то, не так, не так. Ну начнем. Начнем с лица. А, да, еще была рекомендация. Значит, не маяться от безделья, а пойти на стройку поработать. Ну и лицо как у алкаша. Так я хочу сказать. Вот кто-то мне написал, и я так ответил, а это уже видеоответ мой. Так вот это ждет вас. Я сейчас приду, обработаю видео, покажу, какое у меня было лицо в детстве, там, так сказать, по возрастам, у меня много фотографий. И вот к чему вы придете. То есть жизнь до пенсионного возраста наложит на вас отпечаток. Отпечаток на все, начиная от лица и кончая фигуры. То есть это ждет вас в той или иной степени. Когда я был на ТВ, естественно, актеры приходили. И вот частенько я слышал такую вещь, какая у меня сторона рабочая. Ах, есть еще песня у Высоцкого. Искривленный микропленкой ГУМ стал какой-то там избенкой. Помимо того, что лицо само по себе меняется с возрастом, какие красивые лица у актеров там в молодости. И можете посмотреть, что от этого лица остается в старости. У одних больше, у других меньше. Но тем не менее, это общий закон. Вот. Так они говорят, какая у меня сторона рабочая. Где там, допустим, меньше видно, ну, в данном случае у меня пустых зубов нету. Так, чтобы вроде как зубы все были. То есть с этой стороны смотрят. Ага, с той стороны смотрят, как. И добавок, если, конечно, приблизить, ну, и смотря под каким углом все это дело показать, лицо, действительно, может быть хуже, чем есть на самом деле. Поэтому, когда вот на таком расстоянии лицо, то более-менее все нормально. Вот я еще снимаю. Лысинка, головка круглая. Да, глазки умеренно закрыты от солнца. Щеки не висят, подбородок еще также не провисает, как у гуся, хотя все это имеется. То есть издали под каким-то, так сказать, углом, с какого-то расстояния, все это смотрится нормально. И в то же время вблизи или под другим углом это может быть
настолько искажено, что будет, как говорят, квазимода какой-то. И изменения на лице, ну, особенно на лице, указывают на то, что идут какие-то процессы в организме. И чем она быстрее меняется, естественно, меняется в худшую сторону, тем, значит, конец жизни человека быстрее подходит. Я это впервые, ну, для себя явственно обратил внимание на Андрея Миронова. Вот у него такое личико было, все узнаваемое. А под конец стало только раз какой-то совсем, как будто совсем другой человек. И в результате его и не стало. То есть это уже добро здоровится. Это уже не это, не смешно, а так сказать, печально. Добро здоровится. Ну вот, такая особенность есть насчет лица. Далее. Смотрим на лицо. Ну, практически вот сущность, которая имеется в человеке. То есть человек вообще-то сущность. Сущность, личность. Вот, которая формируется. И с течением времени вот те черты характера, которые имеются в личности, сущности этой. То есть черты характера, черта, сама по черта, там мощная энергетическая субстанция, которая строит физическое тело и, естественно, влияет на его внешнюю оболочку, форму, ну, в данном случае лица. И вот со временем, если эта черта характера все более и более, то она проявляется в виде там сжатых губ, в виде того, что одна бровь поднимается вверх, то есть уже возникает мышечный такой спазм, который там тянет. Ну, естественно, это все будет и болями отражаться там, потому что эти все неумение расслабиться, напряжение там в шее, в голове, головные боли, в шее боли. Ну, могут быть даже и на лице какие-то боли быть. Не всегда, но тем не менее. И это может быть. Вот, смотрим, значит, на свое лицо. И черты характера на нем все яснее и яснее прочерчивается. И мы уже видим там какое-то там волевое лицо, лицо с хитрецой, лицо там себе на уме, лицо еще какое-то. И так далее, и так далее. То есть вот существует такая наука физиогномика, которая так хочется сказать, просекла эту фишечку, что происходит. И по ней можно читать характер человека по лицу. По лицу. Есть такое дело. Это что касается лица и характера. Теперь лица и возраста. О том, что я немножко забежал вперед, о том, что болезнь откладывает отпечаток на лице. Это тоже я сказал, что чем серьезнее болезнь, тем она более такой сильный отпечаток накладывает на лице. Лицо становится совершенно другим. Порой уже неузнаваемым. То, что было, и то, что стало. Теперь возраст, возрастные изменения. Естественно, идут и возрастные изменения.
тем более, если все это складывать в сумме, возрасты изменения, изменения черта характера, то, что человек пережил, это также отражается на его лице. Какие болезни там тоже дают свой отпечаток, цвет кожи там и тургор в коже, также дряблость мышц с возрастом, так называемое гравитационное, что там это, старение лица, когда под действием силы тяжести начинается провисание. Мышцы слабенькие, они уже не держат. Мышцы крепятся одной стороной к костям черепа, лицевым костям черепа, другой стороной к коже. Мышца ослабевает, и это такая и опустилась где-то лицо. Особенно такое, знаете, бульдожья принимается форма лица. Идет опускание. Ну, не хочу сказать, что с этим можно бороться, конечно. Это когда человек на самотек, то вот такие вот лица и есть. Ну, естественно, чем он питается, как он питается. Питьевой режим. Все это, знаете, как это вот действительно может быть. Есть лица, вернее, люди, которые красиво старятся. У них даже лицо с возрастом становится более красивой, нежели в начале. Но общая тенденция, так сказать, 99% это то, что идет высыхание, увядание и обвисание. Это на всех лицах там пытаются подтянуть, вбивают там разные там кремы, подкалывают там разную ерунду, гиалуроновую кислоту, ну и прочее, так сказать, как говорится. Ну вот что касается лица. Далее, вот различные такие советы, как ты там ходишь, как ты там работаешь, как ты там еще что-то там такое там рассказываешь нам. Ну, смотрите. Вот вы зашли на мой канал. На своем канале как-то я определился, что я рассказываю о своем житье-бытие. Что тут у меня происходит? Вот недавно я бегал километр. Я, наверное, как пробежал, когда в институт поступал. За сколько там мне было? 21-22 года. Ну, может, там еще я там бегал, когда там занимался. Ну, так, чтобы, знаете, вот на время, там, на скорость, на результат уложиться, я такое не делаю. Вот это вот впервые, наверное, за 30 лет я вот пробежал дистанцию. Мне было интересно пробежать. То есть несколько мыслей шло в сторону. Бывает, растекаешься по древу, потом не поймешь, для чего это ты начинаешь и с чем это связываешь. Но что я хотел сказать, это я помню. Это отстоять самого себя. Да, вот такие вот различные высказывания насчет лица, насчет там твоих занятий и прочего. Вот по мнению человека, который это пишет, вот так вот поступать там, мол, майся дурью. Так вот, отстоять самого себя, вот если бы я, ну, к примеру, проработал на стройке, то не знаю, что со мной было бы, ходил бы я вот так или не ходил бы я вообще.
То есть большинству людей, подавляющему большинству, за исключением там немногих, очень немногих, вот слово напрашивается само собой, наплевать на вас. Что там вы, как вы там? Вот есть такое понятие, как успешность. Успешны вы там в стройке, успешны вы там в карточной игре, успешны вы там как писатель, как телеведущий, как предприниматель, как просто жигало, который может соблазнить или пристроиться к богатому. Ну и так далее. Короче, вариантов огромное количество. Вот это вот мерило. Вот ты смотри. Он там пролез, он там встал, он там это. Так вот, знаете, не пролезть, не как-то там изощриться, а вот отстоять самого себя в этой жизни, свои убеждения, свой образ жизни. Вот, ну, будем говорить, как тут лучше сказать, остаться самим собой. То есть у каждого человека имеется свой набор там желаний, свой набор там хотений, ну, взглядов на то, как себя выразить и многое-многое другое. Но когда он сталкивается с жизнью, то получается, что, допустим, вот хочет человек писать картины, а жизнь говорит ему: вот какой ты нафиг писать, что ты там получишь, иди на стройку, зарабатывай деньги и все. И вот его талант для писания картин, все, угас. Он должен там кормить семью. Значит, где деньги регулярно идут? Ага, в стройке там. Это мы берем как вариант стройка. А вот возможно, если бы он сам себя отстоял, несмотря на нищету, несмотря на все это там такое, продолжал бы писать картины, а вдруг бы он выстрелил. И картины только хопа, пошли там за бешеные деньжищи. Ха, ё-моё. И вот, вот как тут быть. Вот в связи с этим мне вспоминается случай, вообще жизненная, так сказать, позиция, жизненный путь Вилли Токарева. Я с ним общался на передаче. Он мне подарил там дисточек, свои сигары. И я как-то особо тогда не вникал, что это за человек. Хотя он рассказывал, что вот я работал там таксистом, за малым там несколько раз грабили, пытались даже расстрелять его там, бандиты нью-йоркские. То есть всякое бывало. И вот я прочитал про его житье-бытье. С чего началось? Началось с того, что он казак там. Ну, казак — это общее название. Вот. Это человек, который был склонен к музыке, к сочинительству песен, тексты там. И это. Чтобы не забивал микрофон. И стал в этом направлении сам себя продвигать. Естественно, разные люди, то все, пятое, десятое там. Не всем это нравилось, то, что он делает, особенно в те годы, когда советская власть была. И вот он в Мурманске. В Мурманск переехал там.
некоторое время пожил, проявил себя. Ну и что-то опять-таки какие-то, видать, терки с властями не заладилось. И он решил круто поменять свою жизнь, вот круто, то есть отстоять себя, видя, что здесь все-таки не получится то, что вот он хочет, ну не получается у него. Решил уехать в Америку. Сколько там у него, где-то 4 или 5 долларов было всего лишь навсего в кармане. Он эмигрирует в Америку, думает там проявить себя на, так сказать, на поприще шансонье, сочиняя песни, исполняя их. Но опять-таки Америка — страна безграничных возможностей. Но кому ты там нужен? Да, есть талант, да, то все, пятое, десятое. Но кто об этом таланте знает? Кто его там услышит? Ну, самое ближайшее. Никакой поддержки, никаких особых знакомств. Ничего нет. Это все надо сделать в незнакомой стране с нуля. То есть отстоять себя, отстоять свое право быть тем, кем ты хочешь. Вольный ветер полетел. Вольный ветер, я его хотел. Эх, хорошая песня Газманова, так слышал до этого. Как раз в тему. А то вас будут учить, как строим ходить, что делать. И прочее. А вы хотите жить совсем по-другому. Так вот, ему пришлось путем работы, вот тут-то работы, на стройке, таксистом, я уж так поясню свое, и я работал на стройке, копал, рубил. Вы что думаете, я вот это вот сейчас я хожу, а в 20 лет я так ходил, занимался, а когда женился, я вот это копал, рубил, там строгал, делал, и ящики тягал, и чем я только не занимался. Так что у меня там за плечами, ой, хороший путь. И я своими руками достаточно переделал для того, чтобы понять. А некоторые не понимают простые вещи, что надо работать не столько руками, как головой. И вот когда начал работать головой, начало получаться несколько по-иному. Но опять-таки к этой голове, для того, чтобы носить эти книги, где-то там читать лекции, нужны ноги, плечи, на которые ты взваливал мешки и тягал. Разговаривал с людьми, рассказывал им, что мне это уже как-то поднадоело, все написано и прочитать не могут. Ладно, вернемся к Вилли Токарю. Так вот, собрал первые 25 тысяч долларов через энное время. Он выпускает альбом. Все. Услышали песни. Потянулись люди. Вот оно пошло. Уже можно прекратить заниматься таксованием и там работой на стройках. А сосредоточиться на непосредственно написании песен. Второй альбом. И он уже на коне. Все. Воплотилось то, что он хотел. Как он мыслил свою жизнь. А попутно людишки были, которые, когда увидели, что вот популярность, вот они, денежки, так сказать, а что можно с этого человека пощипать. Но основная мысль, которую я хочу донести, и для себя, так сказать, еще ее, знаете, внутри прочертить, обозначить фонариком, это умение отстоять самого себя в жизни, вообще в жизни, не в сложных даже жизненных обстоятельствах, а в жизни. Что там ты там книжки там какие-то там пишешь? Тут у нас не было
писатели там вообще какие-то там книжки написал. Ага. Ну я ж не говорю о телевидении. Ё-моё, да мы тут специально школу прошли, как вести передачи, как то все, мы тут зрели, ползли, а он только хоп, на тебе, ведущий стал. Ведущий, как это так? Да кто такой? Ну и сейчас, о, плагиат. Это не то, что я так просто вспоминаю. Плагиат. Разъяснил разницу между новой информацией и плагиатом, что все новое создается на старом, на базе старого, и приобретает свою новизну, рациональность и даже какие-то изобретения получается. Вот возьмем опять-таки книги. Я так грешным делом думаю, а что ж это такое, что я один такой оказался уникально гениальный, что никто из всего, что было по оздоровлению, не смог сложить систему. Вот никто. Там ни Умывакин, ни Шаталова. У Шаталова нету учения об индивидуальной конституции. Поэтому вот эта вот, как бы сказать, однонаправленность, она начинает давать сбои при применении этих рекомендаций к индивидуальной конституции, там, с явно выраженным, там, допустим, ветром, там, либо слизью и так далее. То есть я, помимо всего прочего, зацепил психологию, чтобы объяснить самому себе, как что там работает. Вот, то есть никто, тем более там какие-то доценты, доктора и академики, они даже не читали этого и не понимают, как эта система такая красивая, оздоровительные средства, которые принимаются с учетом индивидуальной конституции, работает. А всем дай этот рецепт. Дай рецепт и все. Вот я там сделал, а рецепт этот, то он подходит в данном случае или не подходит. Да, давайте. Автограф. Пожалуйста, тут. Подержите, очень я вас как уважаю. Раз буду. Угу. Пожалуйста. С пожеланием здоровья. Ой, это вообще здорово. А вы часто здесь бываете? Каждый день. Ну, в смысле, уедете, может быть? Нет, никуда я не уеду. С вами вообще поговорить. Вы так необычны. Спасибо. Поговорим. Спасибо большое. Я вот сейчас пройдусь, закончу, подойду к вам, и мы с вами поговорим. Поговорим можно. Все можно. Я сам немножко увлекаюсь такими делами. Выпустил две книги «Мандал». Ну, знаете, мандалы, да? Работа с цветом, формой. То есть интересно это все такое вещь. Так, ну что, с любимого, с себя любимого, с плебейским лицом для некоторых. Повернемся от него, от лица плебейского нафиг. Чтобы не нервировать некоторые суперчувствительные души. Чувствительные, но не это. Но не зрелые. Так. Вот важность это отстоять самого себя. И потом
Вот вроде бы как я хожу, но тем не менее не просто хожу. Вот что-то записываю, что-то делаю. Можно, знаете, так сказать, зрею к каким-то вещам. А, насчет системы. То есть поздравлению какой-то мрак существует. Это либо качаться, либо питаться, либо голодать. Кстати, голодать тоже надо с учетом индивидуальной конституции. Вот это без индивидуальной конституции пошло-поехало. А далее, интересная такая наука. Но я бы не сказал, что вот она зовется психология. Ну, близко к этому. А именно работа со своими изъянами, духовными изъянами, которые начинают формировать черты характера, которые начинают формировать будущие болячки. Это же все там зреет, это не в теле зреет. Ну, в теле, когда вас там отравили, явно, да, там все это там ясно, понятно. Там экология, но это ерунда против того, что у вас самих имеется. И как это все такое очистить, сделать единым, это дорогого стоит. И вот к этому надо созреть, надо как-то получить информацию, наработать. И вот, скорее всего, канал с вашими различными мнениями. Видите, я не опускаю какое-то там мнение такое, которое можно было просто-напросто это игнорировать или там стереть. Я на него сначала отвечаю. Отвечаю, показываю то все, как я на эту тему мыслю. А далее, если мои доводы там не приемлются, и человек продолжает то же самое. То есть ему вот это говоришь, там черное, вот это говорит, нет, это там белое там. Ну, и дабы не смущать народ, просто-напросто удаляю все. Потому что некоторым людям неприятно читать такие вещи, которые не то, что меня касаются, они касаются всех остальных там. Вот, таких я удаляю. Опять вернемся к тому. Вот думаю, ну, неужели я такой гениальный, суперуниверсальный? Ну что ж это такое? Что ж это такое? Как это такое? Может быть, что ну не нашлось таких головатых энциклопедистов и прочее, чтобы вот это как-то слепили. Разные, конечно, мысли. Либо у них голова-то снята, либо нарочно это ничего не делает. А во-вторых, еще нарочно это все сделали так, чтобы это что, ничего не печаталось. Вот рецепты пускай там сыпятся горой, и все, и там плавает в этой рецептуре. Вот такой вот феномен. Неужели нету? Вот какая-то там система, кто-то что-то такое там, какую-то часть, что-то такое. А в целом нету. В целом система изложена в основах здоровья. То есть зачатки ее в целительных силах, а более обдуманная это уже основы здоровья одной книгой. Более развернута 10, там, по-моему, книгами или 9. Можно еще их сделать лучше. Можно сделать лучше. Но это надо делать. Это надо делать. И, возможно, когда настанет какой-то такой сигнал, я и сделаю. Ну, что касается издания, я вот только могу в электронном виде все это дело сделать, опечатать и прочее. Это уже второе. Кстати, мне читать стало лучше с айпада. Вот я эту, как ее там, читаю. Не столько читаю, как мусолю. Эзотерическое целительство. Вот у меня тут и со зрением там уже слабовато.
То есть на новое дело должен быть какой-то импульс творческий. Вот у человека в основном он может по большому счету что-то большое сделать. Это он может одно в жизни, то ну два, ну максимум три, наверное. И он как бы сказать, что у него был какой-то, какие-то наработки с прежней жизни, какие-то наработки с этой жизни. Он только вот выпалил, все сделал. Что-то набраться нового. На это уже должно быть время. Должны быть какие-то там такие вещи. А так, конечно, статейки пописывать разного рода. Ну, это рода легко и просто. А вот чтоб все это дело обмозговать, это уже совершенно иной должен быть ум. Потому что большинство зациклено там, допустим, на механике, ага, на хирургии, ага, на лечении, ага, там, на психологии, ага, еще там на чем-то. А вот в кучу все это собрать и применить к себе. В том числе учение о паразитах. В том числе не просто паразитах, а вялотекущих болезнях. Далее это просто, знаете, вот как информация. То есть такие вещи, которые, знаете, вот человек просто как информацию воспринимает, он не видит ее важность. Вот что еще важно увидеть. Вот, как бы сказать, тебе палец показали, и можно там по-всякому к этому относиться, а ты это интерпретируешь вот таким вот образом, оригинальным. Так вот, важность вялотекущей инфекции, ага, практически у каждого человека они имеются и жрут. А как их вот обнаружить, как их почувствовать, как с ними бороться? А вот тут-то и все это забуксовало. Я, во-первых, признаки вялотекущих инфекций. Признаки развития. Вот как про этот псориаз начинается. У отца. Что? Я не зря спросил, был там герпес? Да, был там. Далее, что там? Ага, псориаз был. Далее, что там? Пошло, как бы, болезнь эволюционирует. Далее пошло. Суставы были, грибок жрал их, жрал. Боли с суставами вот этот. Это тут тоже можно отнести рассеянный склероз, там, полиартрит, там, и все это кучу. Кучу всякого. И финиш, или так сказать, апофеоз всего этого. Посмотрите на меня, как я говорю, я же еще актер, понимаете. Актерская сторона должна присутствовать, как актер. И все это заканчивается онкологией. Пара-ба-ба-ба-ба-ба-бам! Все. То есть я эту цепочку проследил. Народ, не понимая этого, он начинает лечиться от герпеса. Он, ой, у меня суставы заболели от суставов. Ага, там еще чего-то. А тут, да, надо начинать. А чем болели твои родители? Что у них было? И дальше уже, ага, а у тебя что было? Да, это было. То есть многие заболевания передаются по наследству, по крови. И вот тут-то мы подходим к таким вещам, чтобы такого не было, как нравственное стороне вопроса. То есть, ага, мы целуемся с теми, с этими, с пятыми, десятыми, а хорошо, то все, пятое, десятое. Мы столько нахватались всяких вот этих микропаразитов друг от друга. Такой букет. И потом все это несем, допустим, по поколениям дальше. И считаем, о, супер, вот смотрите, вот я такой секой. Ах, тому далась, ему дала, тому не дала и так далее. И в итоге потом получается, что приходим закономерно к таким результатам.
А считаем, что это какая-то случайность, что это какой-то этот самый, что это какой-то рок. А на самом деле никакого рока нет. Все это мы сотворили своими собственными руками. Трах-бах-бах, а теперь расхлебываем. И вот отсюда делаются опять-таки выводы. Выводы, которые идут буквально таки вот в разрез, в противоречие существующее. Вот это такое. Позвольте, вы наработали свои болячки, которые начались в вашем порочном мышлении, сознании. И там они должны искореняться, эти семена. Вы же идете к врачу, и уже следствие. У меня болят суставы. А с какого бодуна они заболели у вас суставы? С какого? С того, что вы там, допустим, переспали с 20 людьми разного там пола, возраста. Все было вкусно и хорошо так делать. И нахватались всякой этой заразы. То есть запрет должен быть осознанный, с понятием. Почему это нельзя делать? Да потому что ты обменяешься микрофлорой. И эта микрофлора далее просто-напросто тебя задушит. Вот смотрите, интересная мысль. Интересные мысли. Покажу сам себя, свое лицо. Брутальный мужчина. Там где-то у меня машина и даже дом, и жена. Тра-ля-ля-ля-ля. Так вот. Вот смотрите, что получается. Вот одно дело — заболевание от скученности. Ну, допустим, животные там, вот как говорится, в гурте. Там, допустим, 100 голов, 1000 голов. То есть они там все вытоптали, все. Все там это... загадили, естественно, вонь, естественно, там начинается эпидемия. Ну, в интимном отношении. Вы общаетесь с... там, с одним человеком. Все, вот как-то обменялись микрофлорами, все это нормально. А если с 20, со 100 у вас было, представьте, какой гурт вокруг вас был. То есть, сколько всего... Вроде бы они там далеко могут быть, но вы-то с ними приблизились. Вы-то обменялись вот этой вот своей условно патогенной микрофлорой. Посмотрите на мое лицо. Волевое, брутальное. Голова как шар. Да. Вот. И что получается с вами? Вы уже сами себя осеменили. И более того, микробы ж не просто там вот микробы, там, допустим, герпес, который обитает в вашем организме. Он уже тут, знаете, местечки себе подзавоевал. А вы там, допустим, поцеловались с кем-то, у кого свой герпес. И этот герпес хочет свое местечко в вашем организме. И возникает между ними война. В микромире. Война между грибками, между бактериями. В результате чего у вас не организм, а поле сражения. И верх берет та, которая более злокачественная становится. Более. Вы выращиваете такую микрофлору, которую потом ни одно лекарство не берет. Вот сделали там лекарство. Сделали лекарство, все. Как там они называют? Штамп к этому там микробу. А он только хоп, мутировал, изменил его. И теперь это лекарство не подходит. Ай-яй-ой-ой. Будем что-то делать новое.
И так без конца. И вот тут, и вот тут-то возникает нравственность, встает во весь рост, мощно встает во весь рост нравственность. И говорит, ну чё, допрыгался до герпеса, допрыгался до псориаза, допрыгался до рассеянного склероза, допрыгался до боли в суставах, которые уже не дают тебе нормально поспать. А вот теперь еще и онкология тебе со всеми вытекающими. Что делать? И все это вдобавок передается по наследству. Вообще, мы даже о таких вещах не задумываемся, как до нас, до нашей Солнечной системы, существовали другие Солнечные системы. Существовала Земля, которая там миллиарды лет. И, естественно, почва Земли уже пропитана до нас разного рода там болезнетворными агентами, скажем так. И мы уже хотим того, не хотим, несем вот тот отпечаток миллиардно-летней давности в своих нынешних телах. Осознанности нет. Мы же на такую степень осознанности и, как бы сказать, не поднимаемся. Мы только опускаемся. Вот такая вот интересная беседа, которая началась с лица, с того, что тебе там навязывают мнение, что ты должен делать. Вот, и каждый вас хочет пригнуть. Кулаков раскулачим, а коряков раскорячим. Вот так и с каждым из нас норовит поступить общество. Вроде бы общество – это мы, но вот это вот мы под какие-то запросы свои и рассматривают нас не с того, чего мы хотим. Одно дело – хотеть, знаете, вот и никому не мешать. А другое дело – вот нас хотят поиметь для тех или иных целей. Вот против чего я выступаю. Что человек развиваться сам должен, но при этом не подгребать других людей под вот такие вот вещи. Ты должен потаксовать, ты должен там кирпичи поносить, ты должен еще что-то сделать. И не хочу сказать, что это плохо. Просто я в свое время уже прошел и через кирпичи, и через рытье, и через уборку, и через стройку, и через все, что мне тут встречалось на пути, я уже прошел. И хочу быть самим собой, ходить, общаться с природой. А для этого отстоять самого себя и добиться этого. А так, заканчивая нашу беседу, вот посмотрите на меня, нравится вам лицо мое, не нравится. Ну, к пенсии в 65 лет, а мне сейчас как раз такой возраст. А ну вот таким вот и будет у вас примерно. Если доживете. Благодарю за просмотр.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!